Часто при ремонте автомобиля, чтобы подсветить недостаточно освещенное место, мы используем обычную переноску, работающую от сети в 220 вольт. Но что же делать, если поблизости нет розетки? Предлагаем вам воспользоваться светодиодным фонарем от компании «Вилиман». Данный фонарь снабжен аккумуляторными батареями. При времени зарядки в 1,5 часа время непрерывной работы составит примерно 4-5 часов. Для удобства пользования этот фонарь возможно заряжать как от сети 220 вольт, так и от бортовой сети автомобиля. 60 сверхярких светодиодов яркостью в 12 тысяч миликандел каждый обеспечит качественную подсветку рабочего места, а защитный противоударный и влагозащитный корпус предотвратит поломку фонаря. Также этот фонарь, кроме авторемонта, подойдет и для использования туристами, рыбаками, охотниками, а также в бытовых целях.